Кристально чистая вода, величественные белоснежные пляжи и богатый подводный мир. Кто-то может подумать, что я говорю про Мальдивы, но речь об Индонезии. Сомневаетесь? Тогда смотрите видео до конца и убедитесь своими глазами. В ходе нашего эксклюзивного круиза на частном корабле к неизведанным островам Индонезии сегодняшний маршрут приведет нас к восхитительным чудесам Така Макасар и Манта Пойнт. Окруженный дивными пейзажами и богатым подводным миром, мы испытаем себя истинными первооткрывателями, исследующими неизведанные острова и подводные глубины. Присоединяйтесь к нам в этом путешествии через завораживающую красоту этих отдаленных индонезийских островов, где каждый момент обещает приключения и дарит богатство как живописных окрестностей, так и завораживающего подводного мира. От уединенных берегов Така Макасар до магических глубин Манта Пойнт наше путешествие открывает дверь в мир непревзойденной красоты и невероятных встреч с дружелюбными гигантами океана. Подготовьтесь быть очарованными этими скрытыми жемчужинами, ведь мы отправляемся исследовать и погружаться в несравненное волшебство этих малоизвестных жемчужин нашей планеты. Така Макасар – это жемчужина национального парка Комодо в Индонезии, представляет собой небольшой остров, окутанный белоснежными пляжами. Его часто называют индонезийскими Мальдивами или вынырнувшим из вод острова, так как его площадь едва превышает размер футбольного поля. Этот остров славится своими захватывающими видами и окружающими его прозрачными бирюзовыми водами. Отдаленность и первозданность Така Макасар делают его идеальным убежищем для искателей уединения и поклонников натуральной красоты. Остров обладает особенной прекрасной формой, вся территория которого покрыта мягким белым песком. Остров сформировался благодаря скоплению кораллов, образуя уникальный коралловый холм, который особенно хорошо виден во время отлива. Чтобы попасть на Така Макасар, начните свое путешествие с Лубуан-Баджо, ведь этот город является стартовой точкой для всех экскурсий к острову и обратно. Мелководье вокруг острова ограничивает доступ к крупным судам, поэтому для того, чтобы добраться до острова, вам потребуется пересадка на маломерное судно, которое легко и изящно доставит вам прямо к берегам этого песчаного убежища. Снорклинг с гигантскими скатами Манта в районе Манта Пойнт – это одно из наиболее впечатляющих приключений на островах Флорес. Чтобы гарантировать безопасность этого увлекательного занятия, погружение осуществляется с сопровождением местного экскурсовода. Добро пожаловать на Манта Пойнт. Здесь мы будем нырять. Я буду плыть впереди, а вы следуйте за мной. Этот сигнал обозначает скатов Манта. А этот сигнал – акул. А акулы большие? 80 сантиметров в длину. Отлично! Все готовы? Начинаем! Этот район становится притягательным для гигантских скатов Мант благодаря мощным подводным течениям, привлекающих этих таинственных жителей подводного мира сюда в больших количествах. А мелководье вблизи обеспечивает вам превосходные условия для наблюдения за этими грациозными животными в их природной среде, что делает это место излюбленным для любителей снорклинга и подводного плавания.
Помимо мант, здесь также можно встретить черепах, акул и всевозможных разноцветных рыб. Все это напоминает мне картинку про рай, про райские места на этой планете. И все это не Мальдивы, не Маврикий и даже не Сейшелы. Все вот это Индонезия. Если вы хотите организовать потрясающее путешествие в Индонезию, посетить вот эти острова Комодо, то Erzbu Travel сделает для вас все, чтобы сделать ваше путешествие незабываемым. Уставшие, но довольные, мы возвращаемся на наш корабль, чтобы продолжить наше путешествие по малоизведанным островам Флорес и Комодо. Подписывайтесь на канал, чтобы оставаться на связи и не пропустить новые захватывающие видео из разных уголков нашей планеты.